Выпуск начнем с официальных новостей. Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону. Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердыбек Картбаев сообщил, что к предстоящему отопительному сезону планируется подготовить ряд объектов. 474 образования, 105 здравоохранения, 156 социального значения, а также 390 котельных свыше 779 километров тепловых сетей и 1712 объектов жилья. В ходе испытания было выявлено 45 дефектов. В настоящее время они устранены. На сегодняшний день актуален вопрос погашения долгов за потребленные энергоресурсы. Основными причинами появления долгов стали изношенность линии электропередач и оборудования, расходы электрических мощностей, отсутствие автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и у государственных коммунальных предприятий. Среди причин также низкие тарифы, недостаточное бюджетное финансирование уличного освещения в районах и городах. Глава области заявил, что необходимо усилить ответственность руководителей учреждений в решении всех этих вопросов. Несвоевременная оплата коммунальных услуг создает препятствия для актуального ремонта электросетей, водопроводных и канализационных систем. В результате могут возникнуть форс-мажорные ситуации. Соответственно, стоимость ремонта, не проведенного вовремя, удваивается в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому руководители учреждений должны держать данный вопрос на постоянном контроле.